Здравствуйте, дорогие друзья, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, пришла к вам с очередной хвостушкой, но этот урок у нас как бы на канале уже был и прошел перезагрузку. Что это значит? Это значит, что он был обработан и сжат во времени, то есть убраны все повторяющиеся и ненужные, я считаю, в мастер-классе моменты. Урок остался таким же подробным, но на его просмотр уйдет у вас гораздо больше, вернее, меньше времени. Вот такая девочка у вас получится, если вы приобретете данный мастер-класс. Лепила я ее из мастики Топ Декор, она без каркаса, поэтому не переживайте о том, что нужно будет что-то крутить из проволоки. Также для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные уроки, спонсорские, так и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, после оплаты вы получите ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивна. Нет, вы покупаете один раз урок и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. По крайней мере, пока существует YouTube. Ну что ж, надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы поставите ей свои лайки и, конечно же, захотите слепить такую красавицу. Поэтому буду ждать ваших комментариев, буду ждать ваших лайков. На сегодня все. Всем пока-пока.